вроде спрашивают, делать ли видеотрансляцию, сзади преданный делает. Прежде всего, моему духовному учителю Нитилила Правишта Ом Вишнупад Аштота Рашата Шри Шримат Бхакти Шарупи Сиддханте Госвами Махараджа. Я предлагаю бесконечный саштанга дандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикши Гурупада Падме Нитилила Правишта Ом Вишнупад Аштота Рашата Шри Шримат Бхакти Виданте Шили Нарайни Госвами Махараджа. Я предлагаю свои шрадха пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавов принять мои поклоны Харе Кришна. Сегодня Адрабхава Титхи, день явления Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати, Госвами Прабхупада. Мы уже слушали прекрасную Харикатху от Прабху о наставлениях Шрилы Прабхупады. Очень хорошая лекция. Подобно читанию Махапрабху, который не зашел в этот мир по четырем причинам. Прабхупада также не зашел в этот мир по четырем причинам. И у Махапрабху есть главные и второстепенные причины его явления. Подобным образом, в жизни Прабхупады есть главные и второстепенные причины, почему он не зашел в этот мир. Обычная причина. Притхвита Ачхията Нагарадиграм. Цитата. Это предсказание Махапрабху о том, что однажды по всей земле настанет день, когда в блаженстве все будут повторять его святые имена. Все будут повторять Харе Кришна Махамантру. Это предсказание Махапрабху пытались исполнить разные преданные. Но в полной мере, кто исполнил это предсказание? Кто? Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад. Поэтому Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, описывая вклад Прабхупады, сказал необыкновенную вещь. Он сказал, что если вклад ачарьев, которые приходили ранее, положить на одну чашу весов, а на вторую чашу весов поместить вклад Шрилы Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупады, то, что он даровал, то мы увидим, что чаша весов со вкладом Прабхупады перевесит. Кажется очень удивительным такое высказывание. Ведь приходили Рамануджа, Мадхава Ачарья и другие ачарьи. Столько ачарьев приходило. Как же возможно, чтобы вклад Прабхупаду перевесил вклад всех предыдущих учителей? Но это действительно так. Как уже ранее говорилось, ачарьи, которые приходили ранее, проповедовали.
но делали это локально. Их проповедь носила местный характер. Но Прабхупада проповедовал не только возвышенным личностям, но также и обычным людям. Так же, как Махапрабху сказал Нитянанди Прабху и Харидасе Такуру, Шуна Шуна Нитянанда Шуна Харидас, цитата. Прабхупада также отправлял брамачари с небольшими коробочками, которые висели у них на шее, за пожертвованиями. И брамачари, те деньги, которые им жертвовали, возвращали Прабхупаде. Они собирали пожертвования от двери к двери и проповедовали. Так происходила проповедь во времена Прабхупады. Мы слышали «Брамана Тарита Шакти», цитата из Бхаджана. Один преданный может освободить даже целую вселенную. И мы видим на примере Прабхупады, что это действительно так. Как поговорка, как можно познать дерево, его славу? По плодам. По плодам понимают, насколько дерево полезное. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад подобен дереву необычному, потому что плоды этого дерева далеко не заурядные. Это очень удивительные божественные плоды. Посмотрите, Шрила Бхактисиддханта Мадва Госвами Махарадж, мой гуру Пада Падма, Шрила Бхактисиддханта Пури Госвами Махарадж, Шрила Бон Махарадж, Саранга Махарадж, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж и другие ученики. Это плоды на древе Прабхупады. Это божественные, необычные плоды. Итак, дерево познается по плодам. И поскольку такие необычные плоды, то и само древо Прабхупада – необычная личность. Благодаря ему бхакти распространилась повсеместно. Итак, первая причина. Кали-юга дхарма нама санкиртана. Махапрабху не зашел, чтобы установить юга дхарму, харинама санкиртану. И Прабхупада также проповедовал юга дхарму. Цитата. Цитата, что есть некоторые, кто проповедуют, есть, но не практикуют, и наоборот. Но Прабхупада не только проповедовал, но и следовал тому, что он говорил, поэтому его речь была такая могущественная. Как он совершал свой бхаджан? Он повторял по три лака святого имени. Мы стараемся повторять 16 кругов, и иногда может весь день пройти, а мы так и не вычитали еще свои 16 кругов. А что говорить о том, если один лак повторяет человек? Он уделяет очень много времени воспеванию святого имени. А что же говорить о тех, кто три лакха повторяет? Итак, Прабхупада совершал Шатакрора Нама Ягью. Он повторял очень много святых имен, поэтому его проповедь затем была очень могущественной. Может показаться, что это тяжело, но это не так. Когда мы воспеваем сейчас с усилием, но на устах освобожденных душ святое имя проявляется само, они не прикладывают усилий, чтобы повторять харинам. И благодаря этому, благодаря такому подвижничеству великому, качественному воспеванию святого имени, Прабхупада смог потом прекрасно проповедовать в дальнейшем. Итак, первая причина явления Махапрабху и Прабхупады – проповедовать харинаму санкиртану. И
Прабхупада проповедовал сам и отправлял учеников, чтобы они распространяли учение Махапрабху. Анарпита Чаримчарат, цитата. Махапрабху не зашел, чтобы даровать Никунджа Севу Шримати Радарани. Для этого он пришел в этот материальный мир, чтобы помочь стать Пальядаси, близкими служанками Прабхупады. У Прабхупады есть 108 наставлений. И он говорит там, что наша цель — стать рупаногами, обрести пылинку со стоп Шрилы Рупы Госвами. И это первое. И первое из его наставлений следующее. Это ответ на вопрос, кто может в полной мере обрести служение Кришне. И Прабхупада отвечает: тот, кто находится под руководством Шримати Радарани и Шри Рупы Манджари, тот может полностью погрузиться в служение Кришне. А иначе это невозможно без такого руководства. И Прабхупада раз за разом говорил, что то, ради чего я пришел в этот мир, чтобы дать это, я не смог это дать. Почему? Потому что я был занят вырубанием джунглей. Я вырубал джунгли, и так моя жизнь прошла. Дутам, панам, шинам, стриям, говорится в Бхагаватам. То есть о каких джунглях говорил Прабхупада? Есть четыре места, дутам, панам, шинам, стриям, где присутствует кали. И чтобы установить действительно подлинную дхарму, нужно следовать этим четырем регулирующим принципам. В других сампрадаях, например, чай пьют, курят сигареты. В других сампрадаях такое положение. Но в нашей сампрадаю не пьют чай. Пьют чай? Не пьют, а в других пьют чай. Курят. И пьют чай. Но Прабхупада так проповедовал. Его слова были такие могущественными, что в это время Аул, Балу, Нера, Саки, Беки, другие Акисампрадаю, их ложные утверждения развенчивались решительной проповедью Прабхупады, бескомпромиссной. Прабхупада видел, как Джатагасаи, ученики, предлагают своему гуру рыбу. Прабхупада видел, какое положение в этом мире. Они думали: о, это самая лучшая рыба, нужно гуру предложить. Такое служение гуру. Прабхупада видел все это. И поэтому он устанавливал надлежащие правила и предписания. И с чем он боролся? С одной стороны, была майявада. Без разрушения майявады невозможно проповедовать чудо-бхакти, чистое преданное служение. У Бхакти Прагьянакеша Махараджа есть целая книга, развенчивающая учение майявады. Итак, майявада с одной стороны. С другой стороны, сахаджиявада. Те, кто якобы Ладу Манджари, Расагула Манджари и другие имена. При этом такие личности даже не знают, как правильно омываться после посещения той уборной. Но уже дают Экадаши Бхав 11 аспектов совершенства. Или Саки Беки, один из видов Апасампрадай. Когда мужчины одеваются как женщины, считают: о, я уже гопи стал, нарядился в женские одежды. Все это апасампрадая. Которые считают, что гопи-бхавы можно обрести так легко, просто наряжаясь в женские одежды. Это все ложное учение. Итак, сахаджиявада, с третьей стороны смарта гасаи, с которыми боролся Прабхупада. Они считали, что раз в нашем роду были госвами, то мы, их потомки, тоже госвами.
И не важно, что мы не следуем никаким правилам и предписаниям. А с другой стороны, аватаровада, то есть разные аватары, когда я Бхагаван, этот Бхагаван, тот Бхагаван, просто как из рукава сыпятся эти бесконечные якобы воплощения Бога. Рама Кришна Бхагаван, Анукула Бхагаван, Бхагаван Бхагаван. Это четвертые ложные заблуждения, с которыми боролся Прабхупада. И всю жизнь Прабхупада положил на то, чтобы развенчать эти ложные учения, эти ложные концепции. Он проповедовал против этого. Прабхупаде как-то предложили, если вы разрешите всего две вещи совершать, то все последователи других сампрадай присоединятся к вам, и будет только одна сампрадай, Гауди сампрадай. И ни одной сампрадай не останется, только Гауди сампрадай. Все присоединятся к вам. Ну, сейчас примерно так и происходит. Посмотрите, во Вриндаване все сходят с тилоками Гауди вайшнавов. Посмотрите, как в Вриндаване обстоят дела. Гаудия сампрадая так хорошо проповедует, как не проповедуют другие сампрадаи. Поэтому сейчас очень много последователей. Итак, Прабхупаде предложили. Разрешите всего две вещи. Первое – пить чай, второе – курить. И тогда все остальные сампрадаи на земле потерпят поражение, и все присоединятся к вам. Но Прабхупада что ответил? Мне нужна одна полная луна, а не миллионы звезд. Нужна луна. Почему? Потому что она сможет осветить все своим сиянием, в отличие от звезд. То есть нужен такой ученик, который действительно будет искренне служить всю жизнь. Такие воззрения были у Прабхупады. Итак, Прабхупада всю жизнь вырубал джунгли и так завершил свои проявленные лилы. Мой Гурудев говорил, кто такой Прабхупада? Дая Шакти Махапрабху, то есть энергия милости Махапрабху, воплощение милости Махапрабху. Это Шрила Прабхупада Сарасвати Такур. И разные личности воспринимали Прабхупаду по-разному. С обычной точки зрения он предстает как? Как Намам Вишнупадая Пранама Мантра. Для обычных людей он предстает как Сарасвати, воплощение знания. Прабхупада был настолько ученым, что стал известен как Бхакти Сиддханта Сарасвати. Настолько ученым и сведущим он был. Настоятель, директор Института астрологии, когда беседовал с Прабхупадой и услышал его объяснение, он начал просто мочиться и испражняться от того, от тех глубоких мыслей, которые озвучил Прабхупада. И он сказал, это кресло, в котором я сижу, оно по праву должно принадлежать вам. Вы должны быть главой института. Прабхупада сказал, я пришел сюда не для того, чтобы считать звезды. Я принес послание Махапрабху, Махапрабху Вани. И я должен проповедовать именно наставление Махапрабху, а не звезды считать. Но директор сказал, до тех пор, пока вы присутствуете на земле, это кресло будет свободным, потому что оно только для вас. Никто, кроме вас, не имеет права садиться на него. Итак, для обычных людей, для обывателей, Прабхупада предстает как Бхакти Сиддханта Сарасвати, необычайно ученый, с кем никто не сравнится в его образованности. Но для близких спутников, как он предстает? Шри Варша Панави Деви, Тайтая Крипабхая. Цитата из Баджана. Мой Гурудев приводил следующий пример.
Радарани совершает якобы Сурджа-пуджа. То есть внешне кажется, что он поклоняется Богу Солнцу. Но на самом деле она действительно это делает? Нет, конечно. Это только с внешней точки зрения. А в действительности она поклоняется Шьяма Сундару. Также и Прабхупада. Он принес Шуда Бхакти. Но это с внешней точки зрения. А с более глубины, что он даровал? Он даровал служение в Никунджа Мандире Радхарани. Он говорил, что я установил Гаудия Мадхи, и это не просто Гаудия Мадхи, это филиал Никунджи Шримати Радарани, ее сокровенной беседки. И действительно, то, что происходит там, в духовном мире, на Галоке Вриндавана, в Никунджа Мандире, тому же учится и здесь, в Гаудия Мадхи. Например, Манджари Сакхи рано просыпаются, принимают омовение, ставят тилки, приводят арати. И Шрила Бхакти Прагьянакеша Махарадж тоже написал изумительное арати. Это особое арати. В Мангала Арати полностью описывается то, что происходит на Галоке Вриндавана в утренние предрассветные часы. И арати было очень долгим раньше. И Шрила Бхакти Прагьянакеша Махарадж написал новое арати на основе Кришна Панаванамриты, Говиндалиламриты и других писаний, где описываются лилы в предрассветные часы. То есть то, что происходит на Галоке Вриндавана, те действия, которые совершают Сакхи и Манджари, он описал это в арати. Кусамита Саваравара. Описывается обстановка, окружение, атмосфера, природа на Галоке Вриндавана. Прекрасные цветы, лилии, сладкий ветерок. Атмосфера, в которой проводится арати, описана в Мангала Арати. Поэтому Гаудия Мадх – это Никунджа Мандир Шримати Радарани. И это центр. Кто будет хорошо здесь тренироваться, получит хорошую работу на Галоке Вриндавана. И Парамешвару Прабу очень хорошо тренирует брамачари, и он строг, он говорит, нет, нужно приходить на Мангала Арати. Гурудев раньше приходил на Мангала Арати, вставал сзади и смотрел, кто приходит, кто не приходит, кто не приходит. Он ходил к этим брамачари, будил их и ругал. Он никогда не шел на компромиссы. Потому что если на арати не ходить, на катху не ходить, что произойдет? Поэтому будет уже не мадха, непонятно что. Поэтому компромиссов в этом отношении быть не должно. Я вижу, что те мадхи, где идут на компромиссы, на послабления, постепенно просто прекращают свое существование. Поэтому нужно вовремя приходить на Мангала Арати, на киртан, на харикатху. И Парамешвари Прабху проливает на вас очень большую милость тем, что он строго к вам относится. Раньше я учился очень тяжело, шлоки изучал и прочее, но вам сейчас все так легко доступно, и Парамешвари Прабху так хорошо вас учит, я не знаю, где на земле еще хорошо, так хорошо же учит, так же, как Парамешвари Прабху здесь вас тренирует. Итак, Прабхупада установил Никунджа Мандир здесь, на земле. То есть он даровал то же, что даровал Махапрабху, ради чего Махапрабху пришел. Это вторая причина явления Махапрабху и Прабхупады. Амал Прабуджи очень хорошо объяснил, что Прабхупада принес не только Вайди Бхакти, но и Рагануга Бхакти. И он даровал Рагануга Бхакти в том числе. Третья причина. Адвайта Ачарья
листиками Туласи и водой Ганги взывал к Махапрабху. Поэтому Господь не зашел. Подобным образом и Прабхупада не зашел в ответ на зов. Чей? Зов Бхактивинода Такуру, который написал очень много священных работ и думал, кто же распространит то, что изложено в этих книгах. Кто будет такой личностью? Видя тяжелое положение джив, он молился Бимале Деви. «Ты Шакти Джаганнатха», — молил Бхактивинода Такур. «Поэтому, пожалуйста, пошли того, кто в будущем будет проповедовать учение Махапрабху». И поэтому Прабхупаду, как звали, Бимала Прасад. Некоторые спрашивают, но ведь Бимала — это как бы внешняя энергия Господа. Но Бимала — это также одна из Сакхи Манджари Радарани. И вот Бимала Прасад, значит, Прасад — это из Сакхи Манджари Шримати Радарани. Подобным образом, так же как Махапрабху не зашел в ответ на зов Адвайта Ачари, Прабхупада не зашел в ответ на зов Бхактивинода Такура. Четвертая причина явления Махапрабху и Прабхупада. Цитата. Махапрабху не зашел, чтобы познать сладость, вкусить сладость любви Шримати Радарани. Когда Прабхупада был на Радха Кунде, он, как на Янамани Манджари, совершая там баджан, испытывал трансцендентные переживания, которые отражались на его теле. И никто не мог понять, что же происходит внутри Прабхупады, как он в своей совершенной форме, Сиддхасварупе, служит Шримати Радарани, и что он при этом испытывает, какими переживаниями он наслаждается, какие трансцендентные вкусы он вкушает. Но те, кто были близкими спутниками, могли понять настроение Прабхупады. Итак, Махапрабху не зашел по четырем причинам, подобным образом Прабхупада не зашел также в этот мир по четырем причинам. Махапрабху дал наставления Госвами. Какие? Четыре наставления. Первое наставление какое? Установить виграхи, такураджи, божеств. И Прабхупада также установил 64 мадха, потому что есть 64 анги бхакти. Поэтому же Прабхупада установил 64 гаудия мадха. И в них установил божеств. И не только это, также в домах своих учеников он также проявил божеств. Прабхупада Сарасвати Тхакур. Первое наставление. Второе наставление. Установить места игр. Госвами наши открывали и являли места игр Кришна, во времена, которые происходили во время Кришна Лилы. Но Прабхупада и Бхактивинода Такур устанавливали, открывали заново места, где Махапрабху являл свои лилы. Какие места, например? Скажите мне. Нет, это место уже было до этого. Аларнатх. Махапрабху восстановил место, где Рай Рамананда беседовали с Махапрабху, там мадх основан. Чампахата, Праяг, там Гаудия мадх. Гаургададхар в Чампахате, там мадх основал Прабхупада. И Мундадрумадвиг, место Вриндавана Дастакура. То есть это места Махапрабху Лила стали, места игр Махапрабху. Они были скрыты с течением времени, и Махапрабху снова их открыл, установил там Гаудия Мадхи. Также он написал писание Шудха Грандхи о Бхакти. Он сделал Анубаши, комментарии, тики. Поэтому он в безграничных количествах форм проповедовал, и лекции давая, и
проявляя Писание. Бхактиманд Пурика Свами Махарадж. Цитата. Сакла Срешха. Сакла Садна Срешха и Панча Анга. Цитата. Пять самых высших анг бхакти. Какие? Слушать Бхагаватам. В Мадхе Бхактиманд Пурика Свами Махарадж объясняет. Прабхупада тоже установил слушание Бхагаватам. Мы что делаем? Нити Бхагаватам Севая. Каждый день слушаем Шримад Бхагаватам. Вторая анга. Садусанга. Общение со святыми. Посмотрите. В мандире, в храме есть садху, святые. Можно с ними общаться. С утра до вечера. Третья анга бхакти. Шри Мурти Рашатхая Севана. Служение с верой божествам. В Гаудия Мадхе есть виграха, такураджи, божества. И можно нити постоянно служить им. Четвертое анга бхакти. Нама Санкиртана, святое имя. Но в Гаудия Мадхе с Нама Санкиртаной все хорошо. Наши брахмачари, я слышал, еще до Мангала Арати 16 кругов вычитывают. Очень хорошо. Нама Санкиртана и Мадхуравас. Мадхуравас, то есть проживание в святой, на святой земле. Прабхупада установил Мадхи на святой земле, где можно жить, совершать баджан. Итак, если мы следуем этим ангам бхакти, даже непродолжительное количество времени, то обретаем Кришна прему. А мы в Мадхи следуем всем пяти ангам бхакти в полной мере. И Прабхупада дает нам адхикару, квалификацию для этого. Ачари, которые приходили до него, некоторые не давали посвящения, они были баджананди, не проповедовали. Если давали посвящение, то нескольким ученикам, и причем тем, кто квалифицирован. Только тем, кто достоин, они давали харинам и дикшу. Но таким, как мы, кто вообще не квалифицирован и недостоин, кто падший, у кого нет никакой квалификации для бхакти, кто о них позаботился? Прабхупада Сарасвати Такур. Когда ему говорили, брахмачари ушли, он сказал, ну ушли, ушли, я о них не переживаю. Я поражаюсь, почему вообще брахмачари еще остаются. Вот меня это заботит, как они в принципе удерживаются на плаву еще. Вот об этом я думаю, а кто ушел, я о них не беспокоюсь, я не переживаю, что они ушли. Рупа Госвами говорит, что бхакти судурлаба очень редкая, и я видел это. Приходила рага праная ман. Мы слышали об этих возвышенных стадиях бхакти, но разве что-то испытываем подобное? Нет. Поэтому Гурудев давал наставление, одну жизнь так или иначе нужно посвятить служению Такураджу, Харибаджану, служению Гуру Вайшнавам. Одну жизнь так или иначе посвятить преданному служению. И тогда мы обретем благоприятные впечатления самскары. Что мы видим на самом деле? Те брахмачари, которые приходят в храм, в большинстве своем уходят. 99% оставляют мадх, и только 1% остается. 99% покидают мадх. Поэтому Гурудев давал наставление. Что происходит? Что происходит? Вы повторяете харинам, совершаете свой баджан и постарайтесь одну жизнь посвятить преданному служению. Гурудев очень много говорил об этом. Потому что благодаря этому вы обретете хорошее впечатление самскары. И они как бы являются фундаментом. Поэтому сначала нужно приобрести эти благоприятные впечатления, служить гуру и вайшнавам. Дина Дина Барата Сабай. Постепенно они будут накапливаться и помогут вам в дальнейшем.
Итак, Прабхупада – это тот, кто абсолютно неквалифицированным личностям помог, дал шанс вообще соприкоснуться с преданным служением. Потому что ранее, до него, неквалифицированным и недостойным личностям не давали такую возможность. И Прабхупада установил стандарты, что в храмах очень хороший, вкусный просад. И все равно люди не хотят присоединяться к мадху. Хотя дома у них сухое роти и немного дала. А в храме, посмотрите, 4-5 видов дала, расаи, сухие сабджи, чатни, роти, другие подношения. Столько угощений, столько пищи, и все равно не хотят присоединяться к храму. Хотя все условия есть. Говорит, нет, нет, пойдем-ка мы лучше обратно в нашу самсару. Итак, Прабхупада – это тот единственный, кто дал Адхикару таким недостойным, как мы. Он Ниджаджан, близкий спутник Шримати Радарани, а она – Каруна Каруна Май, воплощение сострадания и олицетворение. Поэтому Прабхупада также очень милостив. До него говорили, ой, все это Май, нужно все оставить. Но Прабхупада сказал, нет, нужно не оставить, а наоборот прибавить. Что это значит? Что нужно все использовать для служения. Например, храмы. Прабхупаду как-то спросили, вы зачем храм устроите, что под деревом не можете баджан совершать? Зачем это? Прабхупада ответил, это не для меня, это для вас. Я могу и под деревом баджан совершать. Но если бы не было храмов, если бы не было места, где сидеть, вы пришли бы разве на Харикатху? Нет. Посмотрите, сейчас в храмах есть удобства, даже горячая вода бывает. Столько удобств, и все равно люди не хотят присоединяться к храму. Прабхупада прекрасно понимал состояние обусловленных душ бададжив, поэтому он и создал эти удобства. Из какой далекой я деревни, из глубинки, я даже представить не мог себе, что я однажды окажусь здесь. И все мы из разных мест. Вот, например, из Америки, из Лондона, из России преданные приезжают. Мы могли бы разве подумать даже о том, чтобы во Вриндаване нам выпала честь совершать служение? А эти преданные откуда приехали? Из разных мест. Кто собрал нас, неквалифицированных, здесь и дал возможность служить? Только Прабхупада Сарасвати Такур. Он даровал нам эту возможность, поэтому мы все в долгу перед его лотосными стопами. Можно очень много говорить о Прабхупаде. Итак, мы молимся ему о милости, о том, чтобы хотя бы одну жизнь посвятить служению Гуру и Вайшнавам, посвятить Бхакти Бхагавану, одну жизнь привести в Мадхи и благодаря этому сделать ее успешной. Джай. Джай. Хари, хари, бо.